Урожаи в нашей Иркутской области бывают не только овощными или зерновыми, но и фруктовыми. Вот эти грейпфрут и лимон еще 2 часа назад дозревали на ветке, практически в центре города. В теплице, конечно. Местные специалисты научились выращивать различные экзотические плоды, цитрусовые акклиматизировались особенно хорошо. Самыми крупными лимонами в агрокомплексе считаются местные. Сорт выведен в Иркутске, при этом очень плодовитый. Больше всего сотрудники ждут другого урожая – бананового. До сбора остались считанные дни, плоды маленькие, не потому что выросли в Сибири. Это такой сорт. Кстати, специально предназначенный в пищу людям. Все, что крупнее, считается кормовой культурой. Эти иркутские банановые деревья плодоносят круглогодично, потому что не чувствуют время года. Они ориентируются исключительно на свои внутренние часы. Банан плодоносит на 16-17 лист. И вот когда это время приходит, у него наступает плодоношение. Своими качествами они гораздо выше, чем мы покупаем в магазине. Они гораздо слаще, ароматней. Зреют, конечно, долго, то есть это практически как и цитрусовые, да? Но это того стоит.